Ребята, всем большой привет! Давайте с вами разберем на личном примере, как использовать упрощенный режим для фарминга токена NMX на бирже Nominix. Для этого необходимо пройти регистрацию, ссылочка на регистрацию будет под описанием видео, или же возьмите ее у человека, который вам показал данную инструкцию. После того, как вы пройдете простую регистрацию и подтвердите код на вашем имейле, у вас будет доступен ваш личный кабинет. Переходим в наш личный кабинет, в раздел «Мои NMX». Вот так он выглядит. Это про режим для фарминга токена NMX. Режимы можно переключать вот в этой вкладочке. Нас интересует простой режим. Нажимаем простой режим. Для использования простого режима важно, вы должны иметь деньги на внутреннем балансе биржи. Для того, чтобы пополнить внутренний баланс биржи, переходим в раздел кошелек, основной аккаунт. Здесь предварительно пополните ваш баланс USDT. Как мы видим, я предварительно завел $100 для как раз таки данной инструкции. Пополняем любым удобным способом, и только после этого можно будет использовать упрощенный режим. И также вознаграждение с упрощенного режима будет падать на внутренний баланс биржи. Переходим в раздел «Мои NMX», переключаем на простой режим и видим специальное окошечко справа, которое нам показывает, сколько у меня есть на балансе с вычетом зарезервированной комиссии. Очень удобно, кстати, они сделали. Для одной транзакции надо где-то $60 для того, чтобы отправить в фарминг. И для того, чтобы отстейкать наш, закончить наш фарминг, также понадобится $60. То есть биржа сразу резервирует сумму, которая необходима будет для комиссии в одну сторону и в другую. На самом деле это очень удобно. Здесь вписываем сумму, которая нас интересует. В моем случае я выбираю $96. Видим сразу, какая будет комиссия резервованная и какая комиссия в одну сторону. Приблизительно видим, сколько сейчас будет куплено у нас NMX по курсу на сегодняшний день и USDT, то есть покупается соотношение 50 на 50 и какая приблизительная прибыль будет за один месяц. Плюс предполагаемый мой реферальный уровень. От реферального уровня, можем его посмотреть вот в этой вкладочке, будет зависеть количество бонусов, которые вы будете получать от построения вашей команды. Нажимаем все реферальные уровни и видим, какие есть уровни. Чем больше ваш личный уровень, тем больше процентного бонуса вы можете получать, точнее претендовать с бонусного пула за фарминг рефералов и за командный фарминг. Давайте все-таки застейкаем наши деньги, отправим их в фарминг. Нажимаем кнопочку «Вложить». Фарминг начат. Средства добавлены в пул фарминга. После буквально нескольких секунд прогрузки мы видим, что наши средства отправлены в фарминг. Мы видим, данные отображаются здесь слева. Ниже мы видим статистику, вот в режиме реального времени уже нам капает NMX. Видим, какое сегодняшнее распределение пула. Сегодняшний объем для фарминга, который будет распределяться между всеми фермерами, это 14842 NMX, $94 000. Видим вознаграждение, на которое претендую я. Чем выше у меня мой депозит, который находится в фарминге, тем выше соотношение моего процента получения вознаграждения. Видим пулы фарминга, это основной пул, сколько вознаграждения происходит. И также бонусный пул, пул холдера так называемый. Сейчас будет проходить очень крутая акция с 9 по 15 июля, повышенный фарминг в 3 раза от основателя биржи в честь запуска упрощенного режима фарминга. Каждый участник по умолчанию может поучаствовать, если будет в это время фармить монеты NMX. Также видим реферальный пул, на который распределяется 1855 монет, и командный пул, на который распределяется также 1855 монет. Эти два бонусных пула, на них претендуют только те ребята, которые будут развивать непосредственно свою команду, свою сеть дистрибьюторов. Чтобы вывести наши средства и прекратить фармить, мы можем использовать кнопочку «Завершить фарминг». При нажатии на эту кнопочку данные, которые мы видим здесь ниже, а именно NMX 7.64 и USDT 48, упадут на наш биржевой счет. Далее с биржевого счета мы сможем NMX продать на USDT, через очень удобную вкладочку прямо здесь на бирже и вывести наши средства. Параллельно может участвовать только один из режимов, или простой, или про режим. Важно, если вы хотите принять участие в про режиме, необходимо отстейкать сначала, перестать фармить в простом и перейти тогда уже в про режим. Также, если вы находитесь в про режиме и хотите использовать простой режим, нужно отстейкать монеты, выйти с фарминга в про режиме и перейти в простой режим. Чем отличается про режим? Мы полностью контролируем наш пул ликвидности и подключаем для этого внешний кошелек MetaMask или же любой удобный внешний кошелек. Все невостребованные монеты, все вознаграждение падает на наш внешний кошелек MetaMask, то есть полный контроль и непосредственно у инвестора. На простом режиме
деньги падают и проходят только через биржевой кошелек. Реинвест. На момент снятия данной видеоинструкции реинвест пока еще не активирован в простом режиме, но очень скоро он появится. То есть нафармленные миксы, которые упадут вам непосредственно на кошелек биржевой, вы сможете отправить опять-таки в ваш пул и фармить таким образом больше монет. Больше информации о данном инструменте, а также о бирже Nominix вы можете найти в описании под данным видео. Также приглашаем вас в наш информационный чат, командный чат, где мы делимся фишками, нововведениями, промоушенами. Также проводим регулярно прямые эфиры, ответы на вопросы. И в этом данном чате находятся непосредственно разработчики и техотдел биржи Nominix, а также его SEO, которые помогают с ответами и предоставляют поддержку любому клиенту на уровне первых лиц. Если была полезна данная видеоинструкция, ставьте лайк данному видео и пишите в комментариях, как вы относитесь к данному инструменту, фармите ли вы с нами или не фармите, что думаете, да и вообще будет интересно с вами пообщаться. Спасибо большое за внимание и всем удачного фарминга!